Принцесса Фиона – один из главных персонажей франшизы DreamWorks Shrek. Она была обычной принцессой. У нее были подруги, любящие родители, огромный замок и все, чего она бы не пожелала. Но на Фионе лежало страшное проклятие. Днем она была прекрасной принцессой, а ночью превращалась в ужасного огра. Родители всеми силами оберегали ее от самой себя и от насмешек людей. Именно поэтому они никогда не отпускали дочку куда-либо ночью. Когда ей исполнилось 14 лет, ее отправили в старый замок под охрану огнедышащей драконихи до того момента, пока не придет ее суженый и поцелуем истинной любви не освободит ее от злых чар. Но вместо этого Фиона познакомилась и влюбилась в огра по имени Шрек. Впервые Фиона появилась в мультфильме «Шрек» 2001 года. По сюжету лорд Фаркуад выбирает в качестве своей невесты принцессу Фиону, которую ему должны доставить Шрек и осел. В этом же году Фиону можно было заметить в короткометражке «Караоке-вечеринка Шрека на болоте». В 2003 году выходит следующая короткометражка «Шрек 4D» или «Призрак лорда Фаркуада». Фиона! В Шреке 2 Фиона и Шрек возвращаются домой после медового месяца и узнают, что родители Фионы пригласили их в 39-е королевство. В этом же году Фиона появляется в короткометражке «Кумир 39-го королевства». Real Pinocchio. I find his performance quite wooden, actually. A beautiful girl and hide her away from the rest of the world. How you oh, go? Girls, girl? Yeah. You hold me tight. Mm. Oh, tell me I'm the only one. That's what I like about you. В мультфильме «Шрек 3» 2007 года Фиона и Шрек временно берут на себя роль действующей королевы и короля 39-го королевства, пока Гарольд болен, но Шреку это не по душе.
же году Шрек пытается устроить для Фионы и детей Рождество в короткометражке «Шрек Мороз. Зеленый нос». It's beautiful. It's passable. It's horrible! No, donkey! You know, they usually just toilet paper and run away, but whoever... And all through the house, not a creature was stirring. What? В четвертой части под названием «Шрек навсегда» Шрек в альтернативной вселенной пытается вновь завоевать Фиону. With eyes closed, they don't see you like... В 2011 году Фиона была замечена в короткометражке «Шрек Триллер». The evil of the thriller. Now this is Halloween. Oh man, oh man. Фиона, time to go. Ah! Puss? Donkey! Seems wrong, but your heart, it will thrill you more than any organ ever dared try. Fiona? Donkey, it's me! Lady Olilay. В 2021 году ожидается выход пятой части полнометражного мультфильма «Шрек», где, конечно же, появится суженая Шрека.